Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами новым проектом. Это Books Mini Job Work. Такое вот название у него. Ой, довольно-таки неплохо. Дело в том, что я зарегистрировалась в нем. И как бы сохранила в закладках, работать я не стала. Тут смотрю, пошла рекламка этого букса. Как бы активно так, знаете, думаю, не, надо вернуться. Вот. И вернулась я в этот букс, начала, вот я просмотрела рекламку. Так, довольно-таки неплохой, можно и поработать. Единственное, что здесь минимальная выплата от $5 идет. Но здесь это все можно перевести, как бы вот здесь вверху значок, перевести на русский и почитать. Я вам расскажу, как бы, да, в общих чертах. А хотите — работайте, хотите — не работайте, это уже ваши дела, как бы, будете вы работать, не будете, каждому свое. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Вот я лишь вам, да, даю информацию, ну а решение, конечно, принимаете вы и только вы. По регистрации. Значит, юзернейм, email, два раза пароль. Здесь я поставила Российская Федерация, страну выбрала. Но у меня почему-то стоит Бангладеш. Капча, gratis accounts, создать, проверьте почту. Не помню, приходило мне письмо на почту или нет, вроде как приходило. И проверьте папку спам, вход по имейлу и паролю. Разгадываем капчу и заходим в кабинет. Вводите вот на такую страничку. Вот это задание. Хотите выполнять — выполняйте. Я не люблю такие задания. Это здесь надо в основном регистрироваться. Это не для меня — отправлять. Вот. Ну, почитайте вот здесь, что написано красными буквами. Так, далее что? Здесь вот два баланса. Вот этот написан кэш-баланс. Он как будто на вывод идет, как я поняла. А это валют-баланс. Баланс кошелька. Это как бы внутренний. Ну, депозит, естественно, я сюда вкладывать ничего не собираюсь. Значит, по вкладочкам теперь. Вот здесь. Кликаем на саму крайнюю. Так, кликаем. Идем вот так, кликаем на домашнюю страничку. И вот здесь вот баланс вывода. Это внутренний баланс. Вот. Далее что? Опять кликаем. Идем в персональные настройки. Я здесь как будто написала мужчина, женщина, женщина. И телефон прописала, дату рождения. Здесь я прописала, не прописала, а поставила просто галочки. Facebook, Twitter. Google я не... А, это вот нужно... У меня прописан как бы Facebook. Здесь можете ставить галочки. Я поставила Facebook галочку. YouTube. Вот это... Вот эту я галочку поставила. Reddit, Instagram. Ну и все вроде бы. Вот. И нажала сохранить. Ну и персональные настройки. Вот здесь как бы я все это прописала. Здесь support, как бы, можно написать. Далее опускаю здесь ниже. Здесь вопросы-ответы, видим, да? Кликаете вопросы-ответы. Вот здесь, если перевести вот так на русский, как работает. Вот здесь на английском это надо все переводить, идти в Google переводчик. И как бы вот здесь вот изучите вопросы-ответы. Далее что? Ну и все здесь. Возвращаюсь на домашнюю страничку. Теперь
по поводу заработок и реклама, как я сказала, это букс. Вот здесь депозит, если сюда вкладывать, значит, PayPal здесь $5, Perfect Money, Faucet Pay и Payr от $1. Ну, если я и решу сюда что-то закинуть, то только на рекламу. Вот. Если буду рекламить, это еще неизвестно. Так, и вкладочка вывода сразу вам покажу. Вывод вот здесь можно снять со счета здесь. Как бы и здесь снять со счета. Значит, PayPal. Сюда email прописываем. Ну и минималка, как я сказала, везде от $5. Только комиссия здесь разная. Вывод средств осуществляется в течение 7 рабочих дней. Вот. Также Perfect. Также прописываем адрес. И здесь минимальная сумма вывода $5. 2,5%. Faucet Pay 0%. Минимум $5. Payr также 2,5% и $5. Вот. Далее что? Вот этот работодатель. Здесь, если вы хотите опубликовать какую-то, ну, типа дать задание. Я такими вещами не занимаюсь. Это депозит, если захотите. Значит, это обзор вакансий. То, что я вам показывала. Ну, после сразу авторизации я попала вот на эту страничку. Далее идет у нас серфинг. ПТС АДС. 10 рекламок в день мне здесь дают. И как просматривать рекламку. Здесь по 30 секунд. 10, 5 секунд. Давайте посмотрим 5 секунд. Кликаем. Поставлю я оригинал. Вот на фиолетовый вот визит. Вкладочку. Далее опускаемся ниже. Здесь идет вот этот таймер. Ждем этот таймер. Далее кликаем. Идет еще один таймер. Вот теперь 5 секунд. Разгадываем такую вот капчу. Она везде здесь одинакова. Все, такое количество монеток мы заработали. Опять визит. Опять опускаю, ждем таймер. Кликаем. Здесь ждем 5 секунд. Таким вот образом. Просматриваем и капчу. Ну, видите, да, она здесь всегда одинаковая. Вот, закрываем. Опять вот показано, сколько количества монеток нам зачислено. Ну, вот как-то так вот. Просматриваем рекламку. Далее что? Здесь ежедневный бонус. Я пропущу одну. Клику ежедневный бонус. Здесь дается случайным образом. Но у вас здесь будет рекламка. Кликаете по баннеру. Потом возвращаетесь. И у вас, у меня вот, я уже получала бонус. Мне теперь через 7 часов 52 минуты. И у вас будет как бы забрать бонус. Вкладочка появится. Вы кликните и вам дадут начислить бонус. Теперь вот этот бесплатный USD. Кликаем. Здесь дается бонус каждые 15 минут. Бесплатный USD. Кликаем claim. Ждем отчет таймера. И кликаем на вкладочку. Кликаем. Появляется капчу. Разгадываем. На зелененькую. И вот такое количество монет нам засчиталось. Видим, да?
И пошел обратный отсчет. Через 15 минут можно обратно заходить и забирать бонус. Это по заработку. Больше я здесь ничего не делаю. Я вот только захожу, просматриваю рекламку, бонус и бесплатные вот эти монетки я беру. Далее вкладочка «Рефералы». Вот, рефералы. По поводу реферальной ссылочки, друзья. Нужно вот зеленые буквы, на эти зеленые буковки кликнуть. Это поделиться в соцсетях, Facebook, Twitter, LinkedIn, соцсети, как бы, да. Кликаем далее на ОК, и у вас реферальная ссылочка скопируется. И можете уже, как бы, да, давайте я кликну, и я вам покажу. Вот она у меня скопировалась, как бы вставлю. Вот она. Видите, да? Моя реферальная ссылочка. У вас же будет своя. Так, чтобы ее... Здесь она не прописана. Можно поделиться, например, вот так в Facebook. Сейчас посмотрим, что будет. Ну вот, поделиться на Facebook. Здесь можно что-нибудь написать. Все. Я поделилась. И также Twitter. Далее что? И баннер здесь. Вот такой баннер здесь один. Кликаем. Вот он. Такой вот баннер. И что здесь? Вот здесь отсюда, если баннер вам нужен вставить куда-то. От кавычек до кавычек. Копируете и вставляете, если он нужен. А вот здесь уже, да, рекламка. Если давать, как я уже сказала, если пополнить, да, и давать рекламку. Вот, вот. ПТС, АДС. Здесь также читаете информацию. Переводим на русский. Что у нас? Название, описание, реферальная ссылочка. Просмотры сколько? 5 секунд. Вот так, такое количество долларов. Вот такое здесь по нарастающей. Баланс кошелька и денежный баланс. Денежный баланс и баланс кошелька. На, после просмотра переход на сайт, это уже плюс 5% будет. Уже это, естественно, все будет подороже. И вот такой будет баннер. Ну, как бы рекламка наша, да, например. 10 секунд, и здесь стоимость рекламы. 2 доллара 10 центов. Сразу видно, да? Если 5 секунд, это будет подешевле. Доллар 0,5 центов. Даже центы. 5 центов. Могли бы уже без центов этих, да? Ну, и как бы это все будет... Вот это название, описание, оно будет как бы здесь отображаться. Вот. И когда у нас будет достаточно, если можно пополнить, можно из заработанных денежных средств. И покупаем. И наша рекламка будет вот здесь она, ПТС, АДС, если вот только. Вот это да, меня заинтересовало. Вот. Вот здесь будет моя реклама. Вот. Отображаться. И здесь еще баннерную рекламку можно создать. Опять же таки. Значит, реферальная ссылочка. О, да, веб-сайт. Реферальная ссылочка. Баннер. Так, переводим на русский. Что у нас? Верхний баннер, нижний. Что-то такое. Далее 100 кликов. 1 доллар. Клики. Да, вот здесь неплохо. Не просмотры, а чтобы на ваш баннер, вот баннеры, да, чтобы на них кликнули. 100 кликов, ребятки. 1 доллар. Ну, неплохо. Вот это да, это получше. И опять же, баланс кошелька, денежный баланс. Вот. Стоимость рекламы 1 доллар. Баланс покупок. И что у меня здесь еще? Баланс кошелька 10 центов. И покупаем.
Это вот неплохо. Это я еще подумаю. Уведомлений нет ничего. И опять же таки возвращаясь на домашнюю страничку. Вот. И здесь кэш-баланс, баланс кошелька. И почему я говорю вот это, что баланс на вывод, когда я нажимаю снять со счета, ребятки, смотрите, и вот мои монетки, видите, вот этот баланс он здесь отображается. Вот. Вот такой вот проект. Хотите работать? Работайте. Не хотите? Пройдите мимо. Вот. Я посижу здесь, посмотрю, что да как. Вот, в принципе, проект неплохой. Вот, можно и поработать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Будет что выводить. Естественно, я запишу видео. До новых встреч.